Ну а в Центре культуры Нерюнгри состоялся праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. Поздравить стражей порядка в этот день пришли представители силовых структур района и местные власти. Самыми почетными гостями в этот день оказались, безусловно, ветераны МВД, коих собралось немногим меньше, чем обычно. Вспомнили в этот день о погибших при исполнении сотрудниках. Далее состоялось награждение сотрудников полиции грамотами и благодарностями за успешную службу и активное участие в жизни района. Свою лепту в происходящее внесли и выступления творческих коллективов. Удалось снизить общее количество зарегистрированных преступлений и повысить раскрываемость и в особенности тяжких, особо тяжких преступлений. Кроме этого, проводимые оперативно-профилактические мероприятия позволили нам сохранить положительную динамику снижения преступлений в общественных местах, подростковой преступности, а также преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения.